Глава республики Рашид Темреза в ходе рабочей поездки в Узджугутинский район проинспектировал строительство пристройки к лицею номер один вместимостью на 400 мест. Строительство новой пристройки, а по сути новой современной школы, будет завершено к концу года. Сейчас в этом лице, считающемся одним из лучших в республике, учатся около тысячи школьников. После ввода в эксплуатацию новой пристройки в ней будет располагаться начальная школа. И все занятия в лице смогут проходить в одну смену. В пристройке будет собственные актовые спортивные залы, также столовая. Сейчас работы в активной стадии. Строители переходят внутрь здания и продолжают наружно-отделочные работы. Затем в школьном дворе будет установлена игровая и спортивная площадка для сдачи норм ГТО.